24 марта 2021 года. О, плюс 2. У нас уже несколько дней плюсовая температура. Даже ночью 0, ну, плюс-минус. Все тает. Но еще морозы обещают. Но, по крайней мере, тают. И дороги мокрые. Но когда это гололед, когда немножко. По утрам гололедик страшненький бывает. Вот так вот, но он бежит, бежит водичка. Тут вот тоже много очистят, когда солнце, но правда солнца нету. Ну и так вот весна уже. Тоже 20 какое, 4, да? Марта. Среда 2021 года. То был утром, был дождик и порядочный лил. А сейчас снег. Ну, плюсовая температура, видать. Но только ветер. О, как снег. А, кстати, вот, да. Нагребли кучу. Люди вот тут перелазить. Ну, это она уже где-то выше меня ростом была. Сейчас тоже где-то наполовину. Если не вдвое уменьшилась. Со школы дети вот здесь вот перелазят. Прикольно. А там тоже не обойдешь, там засыпано. Весна прикольно. При том, что интересно, ну вот видно, снег ложится и тает. А прикольно как. То есть сравнительно тепло. Даже водичка. Ветра где нету. Ага, снимаюсь. Ветерок пошел. Прикольно.